قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت الجزيرة؟ كيف كان الناس؟ До того, как началось пророчество Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, в каком положении находился Аравийский полуостров? В каком положении находились люди? Было совсем небольшое количество людей, которые поклонялись Аллаху в соответствии с религией Ибрахима, мир ему. الجزيرة العربية. Арабский полуостров. هذه الجزيرة كانت فيها أديان مختلفة. На Аравийском полуострове было очень много вероисповеданий, религий. مكة. مكة. رجل يسمى بعمر بن لحي. مكة был человек, которого звали عمر بن لحي. جاء بالأصنام أدخلها الجزيرة وأدخلها إلى مكة. Он привез идолов, привез их на Аравийский полуостров и в Мекку. وأصبحت الأصنام تعبد في الكعبة في بيت الله في القبلة. И после этого люди начали поклоняться идолам в доме Аллаха в Каабе. من يعبد الأصنام ومن يعبد الأحجار ومن يعبد الشمس ومن يعبد القمر. Были те, которые поклонялись идолам, и которые поклонялись камням, и которые поклонялись солнцу, и поклонялись месяцу. وكانوا يعني يتحاربوا ويتناحروا فيما بينهم القبائل. И племена они воевали друг с другом, находились в постоянных конфликтах. لا حقوق للمرأة. Не соблюдались права женщины. لا حقوق للإنسان الشخص لا حق له لا في الدم ولا في شيء. Не соблюдались права человека ни в отношении его крови, ни в отношении его жизни, ни в отношении чего-то другого. القوي يأكل الضعيف. Сильные поедали слабых. نعم. هذه الحال كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. علاوة على هذا ما كان عليه يعني من الفساد من شرب الخمور والزنا وغير هذا. Вот таково было положение людей до начала пророчества. Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вдобавок к этому нужно упомянуть тот разврат, который царил, употребление спиртного, прелюбодеяние и прочее. ويسرقوا الأولاد وبعض الناس ويبيعوهم في الأسواق عبيد. Также было распространено такое явление, как кража детей, их воровали, потом продавали их на рынках в качестве рабов. نعم والله أعلم.